Те туда побежали, те сюда побежали. До тех достает транжа, до тех не достает. Да ты на них хуй положи и все. Ты какой-то пиздец. Потом еще кто-то в тебя забегает, блин, с глыбой. Тебе от него убегать надо. Под глыбой еще хилить нельзя. Тех, типа, стоит, ну, за глыбой спереди, типа. Короче, жесть. На ДЦшке, я так понял, еще позанимательнее, чем на эрдру хилить. Бежишь просто левой кнопкой, ну, по хилботу, типа, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык по каждому. Ой, истерию я забываю кидать. Хилбот — удобная штука. Какая дверь? Блять. Нихуя себе. Я же не господь бог, а уешить. Хулищ. А, я понял, ты агрони набил? Да, лужа, во-первых, КД была. Это, ну, ДКшник, он одного не затанчит пачки, ему надо время много давать. А, я что-то наоборот думал, что ДК хорошо держит тоже. Типа, много целей. Ну что, сразу и давать, дай постачку. Напалов я обычно жду наоборот. Дождать всех надо, блять, как бы. У Вара это 2-3 удара грома хотя бы, и тогда нормально. Плюс ударная волна. Потом у Пала это 2 лужи. У ДК это лужа, плюс, я не знаю, секунд 10, наверное. Чтоб дотки потекали. А у Пала лужи стакают все равно? Не. Ну типа одна, потом следом вторая. А, ну, пардон. Я просто случайно нажал, хотел, правда, тоже спалить, нажать, блин, что-то раз. А потом только понял, насколько тупанул. Типа, если вот эту лужу ДКшную увидишь, это не значит, что уже можно дамажить. Пизды получится. Не-не, ну это понятно. Просто думал, там какие-то еще прожимки есть другие у ДКшки, которые не позволяют крипам реагироваться. Ну, вот, типа, кровь, ее можно нажать, но она типа... Она и руну, во-первых, потратит, а во-вторых, она мало агро дает. И она ненадолго, она, ну, хуже удара грома даже варовского. Вот сейчас давай вот на этих мобах посмотрим, сорвутся, нет? Да я ману регеню. Я тоже. Ну вы там говорите, если нужно, то темп поставить. На ману ты имеешь в виду? Да. Шьёп. Еще на следующая пачка, просто... Одно дело, когда я эту грозу кидаю, а когда вместе с звездным огнем то там... Пиши, пропало сразу. По чуть-чуть срывается. Но это сейчас я 2 секунды где-то ники стало. Тотем, знаешь, очищение. Тотемное очищение, да? Всё. Там ты когда кнопочку тыкаешь, у тебя есть такое 4 тотема поставить. А, ну да, 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 я поменял. Вот, ага. Пока ты его доставишь, ну, поставлю, пусть. Ну, типа поставишь, да, он с твоей группы будет диспелить яд там или чё, блядь. Вообще, тут тебя что, надо... нужно снимать? Да, убийство моба. Этот. Я тебя сейчас скину сюда, блядь, что за хуйня у нас. Так, а вместо кого? Вместо кого? Так, а вот можно вопрос, вообще не по теме. А, если трансмидрификацию провожу на посох,
Я могу потом тот посох, который внешний вид делаю, еще на другое оружие? Я хуй знаю. Так, собираюсь себе один крутить. Ладно, погнали. Короче, вот этого крайнего подбивайте, но не убейте, хуй знает, ладно. Так-то может убить под берсой. И плотнее, хильте там этот, жни цвет навешай на меня. Себе еще и нарьебанешь. Вот, готовьтесь, мобасы. Слейте моба возле босса. Вот, видишь, спал. Все, ну еще, наверное, раз вырастет. Ну, если убить не служителей, или тут похер поубивать вообще? А тут все четыре служителя. Тут все четыре, ну. То есть на втором прокасте можно их просто залить. Втором бронеросте. А там вон уже два чуть почти сдохли. А, кстати, ну-ка залейте его заранее. Вот одного какого-то. Сейчас. Звездный огонь нажал. Сейчас все умрут. На нее повешался. Ну один останется. Видишь, на нее уже повешался баф. Вон, видишь, у нее объятия. Типа она уже заранее не вырастет. Просто баф снимется и все, он предотвращает. Видимо, в тайминге надо просто убивать прямо перед этим. Вот сейчас, типа, 3 секунды идет. Хотя они вот спадают. Все, спало. Но она, походу, персу проебала уже свою. Не, смотри, выросла, не да? Надо залить. Да все, уже боссы заливают, и там убит босс. Да, не обратил внимания, сколько хп. Это прикольные наручи, я себе взял на ретрика. Так, кисти рук. Охренеть, что за этот хит-парад латников? Да-да. Я тоже. Ну тут, в принципе, только с ласта надо что-то иметь. Сука, пуха не выпала, зато выпала. Этот, блядь, пуха на танка с келя забрал на паладина, блядь. Охуенно вообще. Я не знаю, у меня, блин, уже просто пиздец. Какая-то вторая, третья неделя, 210-м бегаю. Ты, блядь, я давно 208-м бегаю, не жалуюсь. Не, ну, мне так, вот две вещи просто помогают. Ты переживаешь или что? Переживаешь из-за этого? Да не, ну просто хочется как-то побольше. Ты не парься. Я к тому, что типа бесит то, что у меня до сих пор тринька синяя, и вот этот шлем, ну это просто жесть. С устойчивостью. По стенке, по правой. Ну и в целом, типа, я же депресса больше в 25-ке ударов полутовать. Я вот это кольцо, которое спиздил на келе тогда за сову, я его забрал, это первый мой лут за 2 месяца, блядь. Вот так вот, все остальное я в феврале одел, блядь. И хожу, блядь, просто без лута. Я отдаю пацанам, блядь, штук триник, штук 15 я отдал просто на РДДшников, на всяких. И 10 из них, блядь, если не 12, блядь, покинули гильдию.
что я призаду. Начал, блядь. Наверное, буду на сову пиздить все, что могу, блядь. Хуёвая новость. Ну надо триню забрать точно. У тебя нету трини с меткостью? У меня с критами обе. Я вот с критами тоже хочу. С критом и 900 маны, которая резает. На эрдру хотя бы попробую. Или на сову. Сходи в ППГ. Там типа этот кузнечий жар же падает. Да хули этот жар? Он... Не, ну по сравнению с меткостью. Хотя не знаю, сколько у тебя там меткости. Как есть? Надо меткость, но шмотки на меткость где-то брать. Хуй знает. У меня, кстати, 203, должно быть 206. Там меткость какая-то, и вот это с АМК, блядь, и прожимается то ли СПД, то ли чё, блядь, то ли СПД. Меткость такая же, вот типа, а то если стакса взять, то она просто 213, и такая же меткость, и просто будет по проку, типа, прокать будет СПД. Ну так, да, блядь, на мишку синие наручи до сих пор, сука, синие. Ну я, кстати, видел дохера танков, у которых с Ювы, по-моему, синий. Этот краб или кто там. Так понял, это типа топовая была до ульды. Да в ульде, походу, тоже топовая. Краб топовый. Там, блядь. Чё, точка? Ты говорил что? Ну да чисто из-за дырок. Чтоб две дырки, нихуя себе, тринки, блядь. Сука, петухи из лужи ушли. Самые быстрые поки, Макс. Да, вот статуэтка рубинового, да. Вот, ну я ее взял как бы, но я ее что-то не прожимаю никогда, блядь, скорость, я такой знаю. Чисто что вот дырки. Еще что понял, что типа я не совсем правильно профы прокачал все-таки на друиде. Типа зачарование меньше дает, чем кожевничество даже, например. Если сравнивать. Я про кожевничество писал. 70. Ты читал в 10 что я писал? Так что я мало нахер. Ну, я читал уже вот сейчас, прокачал, я уже 400, ну 3 профы 450 были, я когда зашел в гильду. Ну вот про кожевничество, оно топовое и в ПВП, и в ПВЕ будет. Потому что ты в ПВП вот банально даже выйдешь против ШП, ну дуэль даже ту же, например. Он скажет, ты пидор там, да я тебя солью там, блядь. А ты такой хуяк наручи, хуяк тихо свичнул, блядь. И там у тебя 105 резиста от тьмы, блядь. И ШП такой хуярит тебя, хуярит, весь обрыгивается, мана кончилась, блядь. А жизнецвет, короче, настакивай на... После 30 настакивай и поддерживай. А вот это выведение яда, которое типа висит и выводит каждые 3 секунды яд, вот его держи типа перед каждым станом, типа, если ДБМ есть. Все, поехали, блядь. Хант хуй знает далеко просто. Стерилкин. Разбейте кокон. Кажется, тут ивент стоит какой-то на миксине, когда у тебя прокает на звездный огонь, тебя сразу же в кокон забирает. Так, чё, я гера даю? Нет, нет, 30%. Эту петушню там, я не знаю, как-то, блять, тайфун дай там, я хуй знаю, что-то дай там. Она же заливает, сколько у них там хп. У них 5000 хп у этих мобов, блять, чё вы их отпустили? Хиль волной, чё ты дрочишь цепуху в фуловый рейд? Волной, не цепухой, блядь, мне твоя цепуха не нужна.
Волна исцеления, найди на панели и хуярь. Ой, да есть у меня стоит. Ну так а чё, рейд фуловый, ты смотришь вообще? Смотрю, так он у меня две группы полностью проседает, ты мне показываешь. Ай, хуй забей, там, блядь, два хила еще помимо тебя. Ой, твоя задача — щит земли на мне, водный щит на себе. И этот, как он называется, волна исцеления. И малая волна, а волна исцеления. И на меня ее. Вот увидишь, вот сейчас уже должна волна в меня лететь. Я в стане. Ну вот, после стана, сразу волна. Вот только яд сначала надо снять, еще раз снять, вот, и еще раз снять. И тогда уже хилит. Потому что под ядом отхил не проходит. Давай, Гера. Чё, нормально? Ёбаный декурсив, блядь, чё за drum and bass? Рахнофобия, блядь, 2 минуты нахуй. Ну вот такое что-то, например, да? Не знаю, на кого, на шипы, наверное, хорошее, да? На мага не знаю. А чё? Да вот не знаю, у меня один на скорость, второй на крит. А это, блин, на СПТ оно как-то не особо сейчас заходит. Да у тебя нормальный, в принципе, если у шипы, да, хуже, шипы получше будет, наверное, апнет его, если шипы хуёвые. Сове зовут. Чё там, какой, вот, блядь? Это твоя же какая-то. Чумной давайте. Не вижу, что там у шапа. Вообще не откажусь. А, распылили вообще, ебать. Сука, не хэвы коры, блять. Не хэвы распыляются. Может, кто-то одел бы. Филяй, типа, один. Я думал, присту. Ну ладно. На этом, на драконе, когда будет предпоследний, там защитный, да, как там обычно стоит? А тогда? Ну, аура у паладина есть, значит, другой какой-то. А они не стакнутся, не стакнутся? Нет, они не стакнутся. Угол такой встал, блядь. Загасился. Да.
Давайте, давайте, блядь, кидает же. Куда ты, куда ты? Чё ты? А, еще одну зафирял. Ну вот эту бейте, которая здесь. И ту фиряй ПКД, чтобы не вышло. О, видишь, яд хуярит, нам яд не надо. Батя, она куда? Выше на выход пошла? Ну она ебанулась, блядь. Так, а проблема в том, что тут еще одна стоит, блядь. Стоки спали вроде. Сегодня только Накс вот этот и все, да? Ну да, я хуй знаю, что еще себе. Так, а завтра что у нас? Да. Ой, а меня возьмите? Не, забудь. В ОС не пойдем? В ОС, возможно, пойдем перед Ульдой. ОС и САД. Ты маг для Ульды еще не готов. А что нужно для Ульды? Нужно много ДПС и знание класса, отлично. Ну то есть вот, например, как турбоёжик там за друлю хотя бы. Во, это вы 25-ку прошли у того героя, которого руки отстреливать? Нет. Не? Ну вот типа завтра воскресенье будем пробовать. Кстати, по этому поводу, там какой-то стример, дед какой-то странный на YouTube стримит Next 2. Короче, нихера не могу понять, у них тот же контент, как и у нас, буквально, да. Только у них на квартал что-то больше открывается. Но какого хера у них там у танка 70 кхп? Ну... И ДПС там какие-то нереальные. Ну так ты понимаешь... Там шмон другой? Ты понимаешь, я что понимаю. Это X2, и там бриллианты, и Т5. Там ДПС, ну, очень сильно отличается. Там шмот 284, 290 уже. Так, а чё, там только ульда? Не только ульда, просто она после открылась, после ока ЗС. Если ты в курсе, что это. Не. Ну, так там кто, после кто ЦЛК... Кто еще раз как-то назвал? После ЦЛК там открыли ока и ЗС, после ЦЛК с РС-кой. Еще там в ЦЛК Джайна после лича стоит. С нее 284 шмот падает. Она ебанулась точно, смотри, блядь. Это какая-то их любимая стена. На, эти данжи, я понял. Я понял, там вообще все перепутали нахер. Я же тоже смотрел, там какие-то шмотки, когда листали, там 200 тоже увидел какой-то. Короче, намного выше, чем оно. Ну, X2 это совсем другое. А что какую-то сделали? Там категории есть. Заебешься читать, нахуй, на весь экран, блядь, у меня даже не влазит. Вот, блядь, а чтобы, нахуй, понимать, нужно всю эту хуйню прочитать, блядь. Категория это чего это? Категория шмотка? Категория у персонажа, типа 80 уровень получаешь, там, 7-я категория. Потом убиваешь босса, там, квесты, кристаллы собираешь. Короче, лучше это не объяснять тебе, лучше даже не заморачивать. Типа там бесконечная игра, здесь... Без категорий как-то проще. Я заебался с категориями с этими. Ну как бы ничего такого. Нет. Ну не знаю, мне нормально. У меня там 9 плюлей, блядь, и первая карта с двумя плюсиками. Да я ебал эту всю хуйню нахуй. Делать нихуй. Это серьезно, это какой-то. По 3 плюлика падало. Это турбо у тебя там, да? Хуярим. На нем гера давать бессмысленно. Ой, блядь, следующий босс будет. Ты вроде бегал нормально, чё? Чё, боишься? Бегал, бегал, я помню.
Для следующего босса, у кого есть 10 абсолютной пыли, 2 великие космические субстанции, 2 сколкогрёз, могу начаровать на ботинки живучесть Клэкара. Прям реклама просто. Я-то бегал-то, бегал-то одно, за хилом-то совсем там другая игра. Разные вещи. Там тоже, ну по идее, сколько там, тоже так же в углу стоишь, максимально ренжа хилишь, правильно? Чтобы на тебе... Ну на ршаме, да. На дурлях еще надо, наверное, накидывать будет между. На спуске. Да, блять, на беготне и ршамой можно быстрину прожимать так-то. Да, ну я на ршаме просто никогда не играл, не знаю, какие там скиллы. Я не знаю, что там есть волна и гера. Я на всех поиграл, так что, блядь, за любого могу сказать. Я не играл за Пала и за Шама не играл, и за Хантера не играл. Не, Шам прикольный. Вот я хочу потом НХ сделать. Ты дышь. Почитал за него. Вроде и воин, но с магическим. Точно знаю за НХ прикольное, это когда ты за него качаешься там, на каком-то 30 левеле, берешь себе две волыны с при ударе, какая-то херня, типа, ну, дамажит. И кастуешь себе зачарование на оружие вот это вот, его даешь два удара по крипу, и у тебя весь экран в циферках. Это веселье. Невероятно. Там, по-моему, можно, да, две пулечки носить? На шамане? Нет, только на войне можно. На фьюри, ну этот как, ярость, ярость как там называется. Ярость шаман. Шаман не ярость, шаман там стихи, по-моему, совершенство. Ну вот, я его хочу сделать. Не, он не одноручки. Двуручки это только у воина. Только воин может две двуручки носить. Причем только в одном таланте. Интересно, что будет, вот, если с одной двуручкой будет? Форик? Энх с двуручкой. А он может ее носить? Да. Одну двуручку можно. Там, по-моему, писалось там, то он то ли в хосте, то ли в меткости теряет на себя двое. Да, там белые атаки в жопу идут. Зато как его? Удар, как он называется? Удар какой-то, да? Удар вам. Ручка пытается написать, блять, белые атаки падают. Бля, Турбо, тебя так слышно, тихо, пизда, у тебя... Вот это пиздец, я только хотел спросить, как вы его слышите, что-то разбираете? Я его уже выкрутил даже. Да я его выкручивал тоже, только у него это... То ли усиления микрофона нет, то ли чё. Может. Сейчас как заорёт. Исчез или что, я не вкуриваю? Ну да. Не бывает. Я в ахуе. Че так лучше? Я не прожимался, думал, убьем. ДПС пизда, конечно, просто 4К, блять, пизда вообще.
Блять, ну я палой сегодня приодел, пиздец просто. Там, короче, щит 213-й. Вместо 200-го одел. Пуха. Скеля. Просто 26-я, блять. Она еще красивая такая с огнем. Настя мне чарного отведения. И что-то еще. Пояс я охуенный забрал. Пояс, короче, с миксны, с дыркой и с меткостью. Прям вообще пиздец, кайф. Пизатень. Ну а хули, мне ульдуар танчить, а я, блядь, в 200-м шмоте с 200-м щитом, блядь, как бичуган туда пришел, блядь. Мне говорят, танчи, блядь. Хули, шмота нету. Блядь. Было интересно, сколько у него хп. Ну вот это колечко пиздатенькое на мага. Да. Правда, 200-я? Это уже другой вопрос. Ну, у меня сейчас 187-я. Не просто пиздатенькая, а ебейшая. Ебейшая. Сама мне дропнуть сразу. О, видишь что? Маг нахуй. Готовится к ульде. Ну тебе надо ДПС семеру, короче. Выдавать. 25-ки походить. Если там семёра будет, можно в ульду проситься. Ой, блин, опять занят, да ёбаный рот, сорян. Тут какие-то уже грёбаные... Да, есть информация, да, маг, что тебе еще нужно спекнуться в аркан мага с фаера. А, да, не против. Да я арканом тоже играл давно. Ну, там не дело в том, что давно тут не хватает статов для того, чтобы наносить урона на этом, на фаере столько же, сколько на аркане. Там вот очень важно это, да, чтобы у тебя крита было там то ли 50%, то ли хрена, вот до хера должно быть. У меня 38, при том что я три камня поставил. Нет, это очень мало. Там важность в том, чтобы у тебя именно криты пробовали постоянно. Понятно. А на аркан маги вообще ни хера не надо. Тебе надо нажимать один, а потом после него надо нажимать два. Потом снова один. Вернее, не совсем так, там три раза единичку, а потом двоечку, потом опять три единичку, двоечку. Даже если я хотел бы больше. Можно, наверное, даже какой-то макрос написать, типа. И просто на боссе стал на каком-нибудь, на манекене, типа. Нажал одну кнопку и все. Все кастуются, стоит. Там тварь бежит какая-то за нами. Сейчас я релогнусь. Кто-то не был на этом больше? Я один раз был, но было все печально. Даже ничего не говорите, просто смотрите и все. Тут рассказывать тактику бесполезно. Один хуй люди, блядь, вот так глаза по полтиннику сделают, блядь. А, да, а, бегать, а, блядь, лужи. И все, и ты тут же упал на первые же лужи, блядь. Лучше нахуй это посмотреть. Ну тут просто мне стало нормально бегать, вот когда я типа поначалу умирал. Только после того, когда мне сказали, что бежать нужно в тот момент, когда лужа поднялась, даже когда она еще не опустилась. Ну поднялась, да, все, там реакция. Если ты не побежал, полсекунды простоял, все, пиздец, ты проебешь. В зависимости, ну, да, от того, имеется в виду, что она не наносит урон, когда она типа поднялась. Вот она нанесла урон именно в тот момент, когда она начала подниматься. Типа, все, больше на урон не наносит. Ты можешь прям даже в слизи эту заходить сразу же. Короче, просто смотрите и все. Как говорил кикбоксер, в кикбоксере дед этот, дзен, блядь. Ты когда будешь тренироваться здесь, ты слушай, блядь. А тот говорит, что слушать? Ты просто слушай, блядь. Вот вы так же, блядь. Когда вы будете тут приходить рейдить, блядь, просто смотрите, блядь.
И все, блядь. Следующий? Лохип. На нем Геру давать, нет? Да, я вот тоже думаю, что... Когда пару спор будет. На Лохипе давать Геру, а не тут. Да, да. Ну, потому что неизвестно еще. Что будет, кто упадет, кто нет. Ну да, это для Лохипа. Силам для Лохипа, это же говорил. У нас еще мерзость, я охуеваю вообще. А там что? Там мерзость. Ну я помню, что там. Там 4 босса. Нет, я имею в виду то, что хилом как там что. Там просто хилишь и все. Интересно. Там запар на другим. В звезду, в звезду. С платформы в звезду. Вниз. Вот, внимательно смотрите на кружок, блять, как я бегаю. Все хули не убирающий, блядь. Новый статик ульды. Угу, блядь. Топ ДПС, блядь, в 7 раз меньше, нахуй. Так, тихо. Мы сейчас смотки найдем и все будет. Ну да, через месяцок. Сейчас он с Хейга на 3 не выпадет на РДД. Тут в десятки раз что-то падает? Не знаю. Я знаю, что здесь что-то падает, я не знаю, где в десятки раз падает. Нормально, но это... Сейчас могу атлас лут открыть, посмотреть. Знает, я вот так метки ставить стал, блять, уже сам все понимаю, блять, и стал ставить метки идеально, что, блять, и стоишь в метке, не сдохнешь, блять, и сам вижу, где эти лужи, и пиздец вообще. На автомате. Я как-то пробовал присматриваться, но все равно, но как-то не соответствует. В звезду бегите, блять, сейчас сдохните. Ну, по-разному просто всегда. Захиливайтесь быстрее, я хантера захил. Побежали. Ну вот минус один. Да потом рест. Успел, грязь. Да это, не ресы. Так, добьем. Нет, нет. После боя. Он не грипается.
Ну тут с такой тактикой милишники тренированы уже, не слакают. Но мы когда проходили, то с угла тебя били. Охуеть, вон ткань, меткость. Вот эта меткость может магу зайдет, может присту. У меня сейчас как? Тут, либо минус к скорости, но плюс к меткости, либо так. Не, ну если уж совсем никому не нужно, то на дизенчат, пожалуйста, только вперед. Не, он мне сейчас... не, ну в принципе я поменяю, мне сейчас меткость ведь больше нужна, чем скорость, так? Да, меткость в первую очередь. Так что я не иду. Перекур 5 минут, давайте стоим здесь. Ханта 5 минут отошел, засекаем время. Ты, блин, я не помню. Так, Макс, а, кстати, ты... ботинки мне прям вообще эти будут охрененно. Ты в интернете где-то введи капы какие у тебя на меткость. В той или иной, ну типа, в талантах. Аркан Мах 3-3-5, например. Да там в гайде есть. В зависимости от... Ну вот в гайде как раз таки. Тебе надо, там, надо... В зависимости от таланта. Он по DX2 больше, но хрен с ним. Нет, я в этом... Файре, ФП. Что же вначале, правильно, лучше спекнуться. У меня докапа вообще как до Китая. Не, ну ты, кстати, смотри за капу меткости именно. Все остальные капы тебе пока, понятное дело, ты не достигнешь никак. Это там капы с ЦЛК, только ульдар открыт. Но меткость там, по-моему, одинаковая, что здесь, что там. Там какая-то часть твоих талантов идет, какая-то часть идет шмоту. Там один талант берется из льда, по-моему, на 3% меткости. Вот, за счет этого чуть поменьше нужно пока. А, ну и кроме того, когда будешь, сможешь давать магическую концентрацию на кого-то. Ну, это невероятная вещь. Это крит, которая? Да, 3 тебе, ну, крита, 3 да, нет, если респектнуть в аркану, то да, в этом билде нет. Ты в файле сложно будет очень дамажить начать. Вот сейчас будет время. Пройдем. Займусь этим делом. Двухсотый шлем, кстати, с ППГ падает. С Окулуса, по-моему. Наручи 213 тоже покупают за ЗОД. Да и из сета тебе надо еще нагрудник взять. То, что тут 213 там левел, это ничего не значит. Тебе 5% крита от скиллов намного важнее будет. А на этом, на Лотхибе, тотем надо оставить, который захиливает хп, нет? Исцеляющего потока. Или все по стандарту? Хуй знает. А какие там идут тотемы? Ну, исцеляющий поток, он хп в секунду. С ним, с исцеляющим потоком, какие идут тотемы? Он какой-то тем воды и земли, какой он там. Сейчас скажу. Так, ради тотем прилива мана. Исцеляющего потока. Прочность. Вот когда ты выбираешь тотем поменять. А, у меня с
ним идут мана, исцеляющий, прилива маны, очищение и защита огня. Маны. Чё, кому там? А чё тут надо, турбо, я хуй знает. Маны, исцеляющий, прилива маны. И... чё-то там ещё. Ну, ну типа, блядь, в 3 секунды я хуй знаю, что он прохилит. Нихуя не прохилит. То есть какой-то другой, наверное. Наверное, ну, хуй знает, на ману, наверное. Чё-чё? Ну, да. Отходил, чё тут по хилу? Тотемы там у него. Ну, а, так, они... рисуюсь такой, лучше будет просто. Он... Пушки может потратить. Да, ну это да, 25-2 секунды нужно, блядь. Бесполезно. Такой стандартный поставлю, блядь, всё. Типа надо бить глаза, глаза. Больно, не знаю. Этих глаз только разом, но больше идет, чем у меня наш. Больно в ноге. Вы понимаете, что глаза надо бить, или не понимаете, нихуя? Я их один уже убил, штук 10. Вы что там делаете? Дрочите? Я лично умер, бегу. Тоже отойду назад, ну его нахуй. Тоже шаман, отойди назад. Блять, не успел. Ёбаный рот эту пизнал. Когда вы играете, вы понимаете, что, блядь, почему, как вы умираете. Вот. Что же шаман, что? Два хила. Вы смотрите, глаза на что даны. Прохилить пытался. Прохилить, да. Ну так ты должен стоять, блядь, сзади, чтобы тебя эти глаза ни в жизнь, блядь, не достали. У них же рейндж, блядь, 30 метров, нахуй. Я от них стою 10 метров, ты сзади меня на 40 метров. 40 метров рейндж хила любого. Все пиздец, они тебя никогда не убьют. А ты, блядь, эти два тоже сдохли, хила. И все, хила нету, все, пиздец, все сдохнут. Это я это нажал звездный огонь, звездопад, и все, пиздец. Мне закусали эти червяки. Из всех хилов побежал аниматрончик, остальные хуй забили, лежат. Нормально лежится вам? Вот и я думаю, охуенно лежится, а у нас бой. Если чё, блядь. Всё предусмотрено, я же специально для этого умер, прибежал уже. Вдруг у вас бой будет? У тех глаз, блядь, 5к хп, блядь. А вы не можете их в первую очередь убить. Там поначалу вроде 20 было. А хуй знает. Ну 20 уже. И всё ли равно. Какой-то друль спекнется в этот, в мишку, да, и будет с тобой меняться. Да я хуй знает.
Пипец, как он медленно бегает. Один постою, хули, блять, а то еще, блять, сдохнут все нахуй, а так хоть похил будет. На тебе хватит хп между этих? Да хуй знает, да и похуй. Не хватит ресните, турбо стаунтит, блять. Турбо, слышишь, турбо? А, нет, там же есть это хэпал. Хуй знает, сообразит он. Хэпал, мне надо, чтобы это, щиток, священный щит, прям по КД на мне висел, прям обновляй. Каждый раз, не забывай. Ага. И этот самый. Все. Че, он забывает, да? Вот этот щиток должен быть на танках ДК, Мишка и Вар по КД. Но он не должен спадать с ним. Хэпал. Так он только на одном. Ну получается, что, две, наверное, споры, да, прилетит. Там посмотрите, у кого баф будет. И, ну, Геру там скажешь сам, посмотрите по бафу. Давайте после того, когда он на всех более-менее будет спора, то он на всех. Да, ну смотрите, типа, сами, я хуй знает, вас чекать не буду. Жить. Рыбу. Да тут по большому счету мне ханту и палу надо получить споры, и все, может нажимать. Холик, дай кулак и каски раздай. Тут у вас какой-то напряг с бафами, да? А чё? Ёж давал, да? Чё, то вроде все есть. Кулак, ты на 10 минут у него просишь, да? Ну, он дает на 30 минут кулака и себе на 10 минут и по 5. У него как бы должен стоять до 30 минут. А чё не каску? Ну, типа, у него МП5 прокачанный, у меня же нет. А кулак у нас обоих прокачан. Как бы ему профит не давать. А ну, блядь, помолимся, блядь. С пула промах, роем насекомых. Чё, блять, плохой знак. Это чем его? Звездопад. Да ну ладно. Я его с пула дал. А, не, я вообще не давал мне без КД. Да, шибёт, конечно, пиздец. Не упал на меня. Че, нет бафов еще у вас? Нет, нет, у меня еще нет. У кого нет бафов, встаньте в сову. Ну, да.
Не убейте. Есть, можно гер. Шаман, это к тебе говорят. Еще раз, пожалуйста. Геру. Ага. Вас понял, да, блядь? Да, не слышу. Очко, блядь. Хуй знает, обрыгаюсь я, походу. На 30% пиздец будет. Там же больше начнет костов. А, этот, Маша, давай щиток по КД на меня. А, вот вижу, вроде китаешь, да? Вот вижу. А то пиздец ко мне придет, походу. Истерию ханту наебну. Мол, спокойствие дать на следующий. На этой. Сейчас посмотрим. Не, вроде выхиливают. Нахуй, сука, на мне, блядь. Говно. Ну все, критовать будешь? Ну. Агрота ноль. Критов быстро набирается. Давай нам наступим. Оно не сознает вообще угрозы моей спелы теперь. Спокойствие, да. А не, не дам, нормально. Короче, дал не зыбку, мне похуй. Могу просто, блядь, даже спидой могу встать. Скоро. Изи вообще. Так, и блять, и представь еще мерзость хуярить.